Всем привет, всем привет, с вами Шмыгов, на канале Шмыги. Сегодня продолжаем играть в игру под названием Deep Sky Derelicts. И мы с вами закончили, насколько я помню, или не закончили журнал «Настоящая работа». Вернитесь к губернатору второго ранга. Данный маскин, да, вот, то есть мы сейчас будем, наверное, довыполнять данное задание. Аккумулятор все заряжено, и, наверное, нам нужно будет, знаете, что сделать? Подожди, сюда? Нет, не сюда. А где он? Вот здесь он, да? Ты? Губернатор второго ранга. Здравствуйте, искатель. Как продвигаются поиски? Есть какие новости насчет тех данных? Мне удалось получить данные с реликта Маскин. Грандиозно, мы еще на шаг ближе к обнаружению ковчега. Продолжайте в том же духе, и тогда мы найдем его куда быстрее, чем вы думаете. Что-то еще? Есть какие-нибудь новости насчет всех данных? Благодаря доставленным вами данным, нашим ученым удалось выяснить местонахождение еще одной группы реликтов. Они больше и опаснее предыдущих, но я верю, что вы справитесь. Я расширяю зону действия вашего разрешения на работу. Что-то еще? Можете еще раз про контракт напомнить, что мне пора. Да. Ну, собственно говоря, ну, хорош уже, да. Если, ну, понятно, да, уйти, выйти отсюда. Да. Да. Так, здесь продать. А, продать я ничего не могу, купить могу. Подожди. Предметы. Значит, так, у нас имеется, значит, это можно вот сюда пока уберем. Так. Так. Вот это что такое? Уровень, да, технологический инструмент. Технологии, дополнительный урон щитам и кража щитов. Сбой. Это, по-моему... Это щит. Это что? Визор убийцы, уровень усилителей, перезарядка, да? Клинок. Урон 7, урон 8. То есть это пока убираем сюда. Урон 7. Так, ну то есть это нам пока не нужно. Интеллектуальный инструмент, модификация. Массовое проклятие, древний язык. Голос офицера. Подожди, у меня же... Вот он, да, отлично. Шикарно, так. Датпад сделан на тот пользователь по имени Нила. Часть ее не читаем. Надо же, какие звезды. А что мы можем сегодня? Преобразовать отмена. Ага. Понял. Это вот типа мы можем поменять на инструмент, я понял. Так, это на что? Обслуживание восстанавливает 2 единицы счетов. Модификация. Модификация это куда? Я вот не очень пока понимаю вот с этим всем. Ну, подожди, так, ладно. Инструмент для поиска ресурсов. Самодельно запускает передом волн. Инструмент для поиска ресурсов. Это куда нам? А, это им инструмент. Ну, все правильно, да, инструмент, потому что... Подожди, а что у меня у медика за инструмент? Это мы можем продавать. Это мы можем тоже продавать. Так, это что? Технологический инструмент. А, это вот сюда, типа, по идее, нет? А, это вот сюда, вообще, по идее, нет? Я не знаю, куда это надо сувать. Это то же самое, да? Я так и не, я не понял еще в том... Ну ладно, так, это то же самое, да? А, нет, это вот щитовое ядро, да, вот сюда тогда. Да, шикарно. Так, это у нас уровень легкости стрелкового оружия, модификация. Легкая. А у кого легкая? У тебя. Пистоляо, да. Вот это еще пока инструмент для... Ай, ну я могу поменять, типа, да. Ну а кому я могу поменять? Инструмент? Нет, тут смотри, инструмент, вон, интеллектуал. Он уже у меня интеллектуал.
Так, ну ладно, короче, мы тогда вот это все оставляем пока, да? На всякий случай. Это мы этот вот этот вот мы продаем, это мы. Ах ты сюка. Ну клинок точно продаем. Что еще мы там продаем? Это что такое? Ладно, давайте отправимся в... У нас 2, 3, 4... Йоу. Салютау. Гиблый. Ну давай на салютау. Погнали. Посмотрим, что на этом... На этой планете. Да я знаю, что это не планета, но как бы это планета, короче. Для меня это планета, поняли? Все. Планета это. Или не планет, не знаю. В общем, отправляемся именно туда и попробуем с вами найти... подожди, слушай, знаешь чего? Я что-то тупанул. Мне нужно контракты почитать. Чем мы поперлись? Зачем мы поперлись туда, если нужно? Да, окей. Журнал. Ух ты ж, ёб твою мать. Подожди, вот смотри, а чё там много? Как много? Настоящий дворец честного Хэнка всегда рад принять детали в хорошем состоянии. Доставьте нам 3 детали от робота Т-модели уборщик. Мы вас честно... 3 детали от робота Т-модели уборщик. А, нам нужно, короче, уборщиков валить. Я санкционирован изысканных напитков. Прошу вас добыть для меня 5 кишечников червяка. Кишечник червяка. Ладно, окей. Шикарно. Ёб твою мать. Зубочервь. Ёб твою мать. Что-то как-то, короче, мне кажется, это очень... Мы сейчас, по-моему, откиснем. Он не ест, он только делает этих упырей. А что мне делать? Я не знаю. Ну давай. Подожди, цели указания. Я могу на себя? Не могу. Почему? Это типа такой на противника, наверное. Самозарядка? Да нет, не надо. У них же нет щитов, мудак ты старый. Так. Слабоумный выродок. Опа-на. Ах ты сюка. Критический урон, прикольно. Ну, короче, мы проиграли, я вам сразу говорю. Тут как бы без этого. А, нет, он еще и ходит. Можно отсюда, да, свалить? Уклонение это отлично, но нет, это как бы нереально, ребят. Как бы смех смехом, но...
Адский шум. Чего выбрать? Ну давай сюда. Что это? Взять все. Ну как бы не, червь, короче, жесткий на самом деле. Налетчик, мы ищем металлолом. Ёптель-моптель. А почему я не могу поговорить с ними? Вот сейчас бы М-граната бы не помешала бы, если честно, но... Но ее нету. Надо ему броник с это самое. Ёпара-караса-на-на-мана. Да не, ну это, блин, карточная. А, я еще раз хожу, класс. Та... Ау. Защищаюсь, наверное, ну типа того, да. А, у него, ну да, прикольно. Класс. Да ты затрахал, слышь, оглушать его. Слабоумный выбор. Да, точно, я забыл. Понятно, да. Не, ну а что я сделаю? Я все, что мог, я сделал. Ну, а что, 12 не при... Ну, давай, так. Ёпт! Прилив сил, отлично. Так, у него, короче, слетела бронь. Ну, это пипец, конечно. Мощный, да не мощный. О, хоть что-то. Так, у него 18 хпшек осталось, в принципе, да? Это плохо. На... не знаю зачем. Шквалдар, самозарядка, саморазарядка. Цель указания, сверхмощное усиление.
Ну, 10 отнялось у него, сколько? 8, да, осталось. Ой, отлично. А почему 5? А, потому что, сука. А он пропускает, типа, да ладно. А кто следующий ходит? Да, вот на себя она. Так, ну с этим, слушай, справились, но у нас хпшек тут совсем как бы по нулям. Щиты-то ладно восстановят, но хпшки, штурмовая там концентрация и медицина 13. То есть хоть что-то мы с вами здесь вылупили, короче, да? Вылупили. Так, давай-ка сюда. Обыскиваем. Всякий хлам. В принципе, нашли, да? Так, нам главное теперь на червя не нарваться. 120 энергии. 60. Так, 60. 130. Да, сканированным. У нас кончается энергия, если у нас остались аккумуляторы, поехали использовать. Если нет. Если нет, она возвращена, пока не поздно. Ну, давай-ка ты не будешь меня тут учить, как играть. Хорошо, упырь ты старый. Так, сюда. Обыскиваем. Забираем всякое говнище. Предметы. 300 энергии. Забирамба. Сюда. И яямба. Обыскивамба. Все, забирамба. А, сюда. И дямба. Что это такое? Плюс одна карта, 20 приливов каждый ход. Ну, вот это как бы, да, это плохо. 310. Так, давай-ка сюда. Ёпа-твою! Активирую оружейный систем для ликвидации хлипких человечков. Давай посмотрим, сколько у них хпшек. Ёп твою мать, пошли нахуй отсюда. Ну, это нереально, ребят, это, ну, типа, камон. Типа, как бы... Ах, вы писики. Хотели на меня на это... Нашинковать меня. Так, возвращаемся на станцию. Да, слушай, так нормально, конечно. Так, конечно, нормально. Подожди, давай-ка мы посмотрим, что мы вообще нашли, потому что, может быть, у нас есть что-то, что нужно. Коммуниканист инопланетянина. А, подожди, стоп. Опа. Уникальное снаряжение мы с тобой нашли. Это хорошо. Так, бесполезная деталь. А, ну то есть... то есть я... Хлам, короче, можно просто продавать, потому что... Хлам, он, короче, он по... Типа, короче, просто по, да. Так, значит, это куда? Уникальное снаряжение, инструмент модификация. Это типа вот, вот сюда. Нет? Подожди, не ты. Не ты, вот ты. Ты? Нет. А куда? А, вот сюда, интеллект. Давай, хорошо. Да, хорошо. А почему особый предмет? Непонятно, да? Я тоже не понимаю. Ну ладно. Подожди, вот это что? Пояс ресурсов. Стрелковая, быстрый вылов, автоматная очередь. Подожди. Нет, не хочет. Так, ну ладно, тогда это пока оставь. Медицина, смотри, уровень 3. А, это инструмент. А, ты же охотник. Подожди, а где ты-то у меня? А, вот ты. А, второй уровень. Медицинский инструмент, умиротворение. Усилитель рефлексов. Вынул, засунул, засунул и засунул. Но третий уровень все-таки лучше, чем второй, наверное. Я, ну, как бы, я не... Интеллектуальный инструмент, это вот сюда. А, ну это вот сюда, но он зачем? Нет, смотри, тут древний язык.
А тут плюс убийство. Но тут зато смотри, интеллект и инициативу он дает, да? Ну давай пока ставим. Я пока не разбираюсь, если кто-то мне напишет, что надо, что лучше ставить, то я, конечно же... У меня, кстати, мало бабок остается. Так, вот, давай, знаешь что? И вот сейчас мы не тупо пойдем, как эти долбаны, да? Пойдем по... Дастион, данное место... На детальном реликте Дастион. Так, понял. Настоящая работа. Уборщика надо убивать. И найдите данное место даже Люци, но за это не дают бабки, понимаешь? Требуется 5 жал работяг. В последнее время тон в мире моды здесь... Так, короче, для масс-производства секретный элемент нам требуется жало работяг. Надо, короче, давай. Субподрядчик корпорации иска мяса не дает покоя вредителям. Необходимо провести дезинсекцию, свяжись с Увом и решить эту проблему как можно быстрее. Ува. Ува надо найти. И, ёб твою мать. Вот это дорого. Дорого куплю 8 горстей частиц морфа, чтобы избавиться от неприятного запаха из квартиры. С этим серьезной проблемой требуется ответственных мер. Ну, червяков я не могу убить того червя. Вы сами видели, он огромный. Собака. 4000. Так, ладно, давай, знаешь, что тогда? Пойдем уборщик. И жал, ну и Дастион, ну давай на Дастион полетим тогда. А тут вот какая штука. Штуга-гуга. Ладно, давай на Солютау еще раз вылетим на Солютау. Порыщем немножко там жалом своим уже, да? Нет, мы выбираем этот путь. Омерзительный запах бьет в нос, проникая даже сквозь скафандр. Огромное существо в отсеке ворчит и окутывается клубами газа. Внезапно он словно вспыхивает, а потом испускает ужасную вопль. Какое-то говнище, да? Растерянность. Да ё-моё. Ё-моё. Е, отлично. Ах ты собака, падла. А растерянность-то она что вообще? В смысле? Я же ничего не нажимал. Чего происходит? А что я нажал? Я что-то вообще не понял, ну ладно. Герцог. Ну, усилитель оружия, ну видите, у меня пока нету вообще ничего. Адреналиновая инъекция. Ну то есть, совершенно, то есть... Совершенно пока печально проходит это все. Угу. Хорош. Красава. Ой, не надо. Блин, вот падла, конечно. Блин, самозарядку надо брать или шквал ударов? Как блок? Ах ты собака! Ничего себе он херанул. Ну, блин, у него...
Я надеюсь, он еще будет жив, жить. Надеюсь на это. Да блин, нифига себе, он фигачит такой комбой, да? Капец просто. Да ёб твою мать, уклонение. Вот как может такая здоровая херобора сделать уклонение? Объясните, пожалуйста. Я в шоке. Да, хорош. 13. Давай до свидульки ты сделаешь, а? Хе. Сейчас не будет карты, чтобы вот... Я так... Не, ну, а, да, это... Мне повезло, да. Мне повезло. Но я если честно, да, ну, ладно, да. Дробаш третьего урона и электронный мусол. Кимми мусол. Дробаш. У кого был дробаш? У санитара был дробаш. Урон 7 и разброс при выстреле. Урон 9 и да. Уболтал. Да. Я сюда... Да, на дробаш мы пока ничего не можем, да, сделать. Так, а, КПКшка. Сканируем. Сканирамба. Обыскиваем. Шикарно. Фрагменты Тория. Так. Хорошо. О! А еще можно подпирать ценный артефакт, но можно подпирать. Ой, какой закрыть? Открыть. Сканер. Сканирамба. Сканирамба. Куча бесполезного. Эту штуку уже ничего. Ага. Ну, то есть, по большому счету, мы с вами такой инопланетный мусор собираем. Датпад. Здесь есть запись, сделанная пользователем Серафим. Моя подруга погибла, работая в зеркальных мирах. У нее было особое разрешение на работу, поскольку ее микрочувствительность была настолько высока, что даже лучшие роботы не могли сравниться с ней. Я помню, как в конце дня она наносила кинетическую нано-жидкость на свои все еще красивые, даже после такого количества работы пальцы, как осторожно вытягивая, сгибал их, точно кукольник. В тусклом электрическом свете. Сладкий запах этого голубого крема наполнил комнату, и мы словно тени плавали в этом красно-желтом неярком свете, усталые и пустые. Вместе с ней умерла часть меня. Что предлагала нам станция? Огромная космическая станция, принадлежавшая большой... Ну, то есть тут... Я понял. Ну, забирам бы. Но... Тихо. Ой. Ой. Уходим быстро. А собака. Она еще... О, ничего себе он, да, смотри. У меня там по 3 хп осталось у... Смотри, за нами бежит, падла. Так. А почему особый предмет? Подожди, а что-то... Тут что-то есть, короче, да? И тут тоже что-то есть. Я не помню. Так, давай-ка, знаешь, что сделаю? Давай-ка вот так сделаем. Да. И... Ну, чтобы как бы... Ну, ты понял, да? Чтобы если... Еже... Арбери, грязь, кругом одна грязь, нельзя падать духом, надо ее убрать. Вы друзья или враги? Вы пришли плевать или мусорить? Мы не мусорим. Именно. Грязно значит опасно, а чистота залог здоровья. Этот реликт слишком велик, чтобы убирать его в одиночку. Мои товарищи сошли с ума много веков назад. Они бросили работу, не закончив, как непрофессионально. А? Непрофессионально, да? Не хотите стать моими новыми героями-уборщиками? Приносите мне весь мусор, который найдете, и я присвою вам титул почету
психосоциальных уборщиков реликтов со всеми приложенными привилегиями. В общем, клянусь приносить вам весь мусор, который найду. Верно, дорогой, верной дорогой идете, товарищи. А почему уйти? Я же... Товарищи, вы принесли мне мусор? Вот, смотрите. Какая грязь! Благодарю вас за сотрудничество, почетные психосоциальные уборщики реликтов. Сейчас я помещу мусор, убранный вами из коридоров, на вершину кучи, которую мне удалось собрать, и вручу вам заслуженную награду. Вы уничтожаете мусор? Любая материя бессмертна и священна, ее просто нельзя разбрасывать где попало. Но пока она лежит на своем месте, все хорошо. А вот и ваша награда, если вам попадутся еще какие-нибудь грязные отбросы, приносите их мне, соблюдайте чистоту. Мы принесли вам еще мусора. Блестяще, вот вам энергия. Ах, как сладко, как сладки его уши. Так, ну не его уши, а... ну ты понял. Так, он нам дал энергию. Давай сохранимся. Да, я, кстати, забыл, что здесь есть... Да ты зае... Хорош, а? Хватит. Уйди, пожалуйста. Но это не серьезно. Это не серьезно. Это не серьезно. Это что такое? А, блин, я забыл. Что здесь? Здесь ничего. Так. Scanning the area. А почему закрыто? А почему закрыто? Кто знает? То есть мне. Можно не нарываться только на червя, пожалуйста. Я не люблю нарываться на червя. Твою мать. Рой среди обломов находится датапад с накликами исследовательских титулов. Из любопытства открывайте его и обнаружите послание. Спасите, я в плену пиратов. Ползет к вам, издавая низкий рык. Типа такой, не знаю. А, так от Херабора, слушай. Это нормально. Это нормально. Это хорошо. Это хорошо. Это хорошо. Это прекрасно. А это нет. А это не хорошо. И это не прекрасно. Ах, жалко, что... Вот, да? Тебе не жалко, а мне жалко. Хорош. Красавелла. Кишки червяка, отлично. Взять все. И что, и все? А, и это все, что ли, здесь было? Так, знаешь что? Знаешь что? Вот знаешь что? Вот так вот надо все. Все надо все через вот эти вот сейвики, вот это все так осторожненько, как бы, чтобы вот вы видите. Да я слышу, ты меня тут не это. Так, предметы. 100 единиц или 300 единиц? Подожди. Открой КПКшечку. Мы туда, в принципе, можем пройтись. А, 70 энергии надо, все, все, уходим. Ёппаракараман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 аman Ты там... А, подожди, я не посмотрел. Блин. Ну ты чего, лошара. Да надо было, конечно, надо... Да я слышу, ты... Да. Да надо было... А, я не могу биться-то, у меня энергии нету. Лол. А, слушай, нихера не это так-то... Фу. А не, а мне не хватит. Ну ладно, давай. Давай рискнем.
осечечка. Так, подожди. Одиночный или вот этот сделать? 12-15, одиночный. Не, давай я вот так сделаю. 12, ага. Так, ускоритель мы сделаем, чтобы, короче, сейчас... Так, одиночный выстрел. Да, все. Ушел, пошел отсюда вон. А у тебя страха нету больше? Нормально. А, я ходить больше не могу? А, нет, могу. А, все. А, так... 14, подожди. Давай, до свидули. Дули. А, отлично. И мы собрали какой-то всякий хлам. Короче, смотри, вот этот вот пусик. Так, сохраняем бы. Этот пусик, по идее. А давай-ка попробуем. Конечно. Прекрасно так держать. А подожди, а ты больше мусор... А, или я мусор не... Я мусор не собирал? А я мусор не... Я дурак? Ребят, ну, вы сами понимаете, что как бы, да? Так. Все, 40 энергии валим. И, значит, сейчас мы сделаем... мы сейчас вот так сделаем. Так. А, это да. Я думал, это мой инвентарь. Лошарик. Так, и... Да, слушай. А, ну то есть как бы... Да, ты видишь, сколько у меня денег осталось? Санитар сам себя что, не может вылечить? Так, подожди. Подожди. Знаешь чего? Что мне нужно было сделать? Подожди. Достать нам 3 детали. Ты робот-уборщик. От робота ты модель-уборщик? Слушай, а не этого ли нам надо убить, чтобы получить эту деталь? Давай сейчас проверим, подожди. Салюта мы еще пока не нашли. 5 жал работяг. Червяков. Я сленг. 5 кишечников. А я сколько нашел? Кишки. А, 2 штучки всего, да? 2 штучки всего. Хорошо, ладно. Так, погнали на Салютау опять вылететь. Будем проверять Салютау. Прям до красна будем проверять эту станцию. Салютау. А мы, наверное, здесь высадимся. Так, и мы, наверное, вот сюда. Да ёптель. Да хорош. Я не сохранился? Я дурак? Да не. Не. Я только вылечился, ё-моё. Прям меня у входа, короче, и накрыли, прикинь. Да вы чё? Не. Ребят, извиняйте. Извиняйте, но... А чё я делаю? Ты что, дурак? А я же сохранился? А, он сам сохранился. Ты чё? Я тупой. Ну а как? Ну извините. Ну тупорыленький. Ну а что? Так, значит, а сейчас сохранится все это или нет? Или я типа смогу пройти? Блин. Не получится, да? Их нереально убить. Потому что у них на двоих больше всего, чем у меня, понимаешь? Это как бы...
Я здесь, если я их убью, и, то есть, да, ну, короче, типа, ну, это, короче, нелогично. Нелогичное говно. Извиняюсь. Ну, вот, древнее око, ладно, я еще согласен фигачить. Четыре, восемь, четыре, давай. Ах ты, сю-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 сю. Блин, ну нифига так нормально они фигачат. А страх как бы ничего вообще не делает, да? Типа просто, типа как бы, ну, типа как... Что? 8% уклонения? Еще чего? Оп. Повышаем шансики, да. Так, одиночный. Выстрел на вдохновление. Все союзники берут карту. Так, вдохновление берем и стреляем. А почему нет-то? Я же все время... Нет? Ну ладно. Я не понимаю, страх типа иногда дает или не иногда дает. Так ты без щитов останешься, да, маленький мой? Так. Перезарядка щитков. Давай. А, и вот он опять ходит. Почему, я не понимаю. Ну ладно. Ну это уже ладно, это уже как бы... Так, ну этого 8, его, в принципе, можно в следующий раз это фигачить. Видишь, короче, вот у него страх, но ему, ну, как бы, ему и на насрать. Ой, все, что ли, минус? А, нет. А ты, да ё-моё. Так, ну слушай, в принципе так, нормально. Это око. А чё око? Нерабочий аккумулятор, ядро и модуль сборщика. Хапуги. Хапуги, смотри. Модификации. Но у меня, по-моему, нет ничего такого. Так. Сохранямбо. Сохранямбо. Сканимарамбо. И... А, это все. Да не, ну какой? Ну посмотри, ну ты ж. Ну ты ч? Не, не хочу. Я не хочу, я не хочу. Я просто не хочу. Я просто не хочу. Можно я не. Я буду не хотеть. А как пропустить? Ждать. Собака. Собака. Да ёптель! А как? Они меня типа зажимают, они меня видят, наверное, да? Или нет? Так. 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 Источник делите. Источник делите используется в различных типах двигателей. Их можно продать на рынке за хорошую цену. По-моему, мне делите и нужен был. Помнишь, по-моему, мужик говорил, что он хочет делите. По-моему, такое было. Так. Сохранямбо. Сканерамбо.
Давай сюда пойдем. Ага, все отлично. Мы его... Мы обманули. Взять все, так. Вот это плохо. Опа. Опа, ничего себе. Силовой кулак, 9 урон, дополнительный урон щитам и страх еще. Так, предметики. Опа, у меня уже места нет, да, для предметиков. Так, ну мы энергию возьмем себе немножко. Так, подожди, а кто у меня? Вот ты, энергетический клинок, 8 урон. Подожди, а где кулак? А у меня еще 4 страницы. А почему я не могу? А почему я не могу? А почему? Ну ладно. Тогда... А, о, посмотри. Оружейный инструмент. Это кто? Охотник? Усиленный огонь. Да, вот давай вот сюда. Да, гранаты будут. Так, ладно, хорошо. Так, в этом мы что, мы там сохранились или не сохранились? Неважно, да, сюда идем. Заобыскиваем. И делите опять же, да? Я теперь понял, почему здесь так Риана так... Так рьяно охраняют. Ты видал? Ты видал? Так, надо сюда, может быть? Так, давай сохраняем, бо. Так, и тогда вот сюда, бо. Что здесь? Консоль с данными. Вы обнаружили исправную консоль, она ждет вашей команды. Восполнить запас энергии. Запас энергии восполняется. Шикарно. Процесс завершен. Сканировать окружающую территорию. Окружающая территория просканирована. Ну, это шикарно. Разблокировать сектор. Блокировка сектора снята. И сканировать окружающую еще разок, да? На всякий. Отлично. Уйтить и все. Так, значит, открыть. Ну, я догадался, спасибо. Я понял, что туда у нас есть... Теперь у нас есть с тобой... Кантер, вы замечаете некростража, который играет на массивном плазменном секвенсоре. По экранам быстро течет поток строк. Прервать. Уйди, смертное существо, не мешай мне сосредоточиться на прогрессе в технике сериализм. Разумеется, некростраж не рад вашему присутствию, но все же не нападает. Похоже, он целиком погружен в музыку. Сейф есть, так что давай атаковать. Смертный недомог, проваливай в бездну. Ну давай приготовимся. Ну давай посмотрим, что он там из себя. Иди ты в жопу. Да, я считаю, что... Я считаю, что целесообразно покинуть это место. Мы сейчас просто сюда вот и потом туда вот. Да-да-да. Прервать. Он там будет сейчас поговорит, и мы уйдем и все. Открыть КПК. А, подожди. Говорить. Ну то есть он, да, его нужно, короче, атаковать, но мы не можем. Потому что мы слабы. Опа! Чарли Тен, данные на борту реликта. Искатель, данные ищешь. Что ж, ты так долго копаешься? Я великий Чарли Тен, уже их нашел. И ничего ты с этим не подаешь. Может, ты нам продашь их? Персонаж сам запрошел испытание навыка интеллект. В принципе, я могу с ними разобраться, но только за соответствующим цен. 800 кредитов? П
По-по-по-по-плохому только со мной будет, да, хорошо? Прикольно. Да нет, да как-то они ж, блин, ну ты чё, ну ты как хорош гнает, игра. Они же должны были пройти или нет, или я что-то путаю, не совершенно не понимаю. Ладно, так, быстро сюда. А что, а, так а тут все, ёптель, ты чё, дурак? Так, мы идем, короче, вот сюда вначале. Главное не нарваться на... Так, мы пока не нарвались, отлично, сохраняем бо. Значит, там 800 нужно. У меня сколько предметы? А как посмотреть, сколько у меня бабла? А, у меня нет бабла-то, на самом деле. Да, я что-то забыл. Я что-то протупил. У меня нет же денег. Денюшек-то нету. Так, мы сохранились, да? По-моему, сохранились или нет? Ну, давай еще на всякий случай. Чтобы как бы, ну, как бы, ну, то есть ты понял, да? Тут как бы червь еще плюс вот эти все аниматоры, приколисты, короче, вот эти вот все, да? То есть это как бы, ну, такое себе. Такое себе. Так, какое-то что-то. Так, ты и ты. Обыскиваем. И здесь ничего. Кусок мусора взять все, да. Так, за кусок мусора пойдем энергии возьмем. Так, мы принесли вам еще мусора. Блестяще, вот вам энергия. Шикарно, уйти. Так, короче, у него можно... Ну, вы поняли. Ну, короче, я вам буду объяснять. Вы поняли. У него можно за мусор менять энергию. Сюда нужно 800 баксов. И там можно убивать этого чувака. Или не убивать его совершенно. Совершенно точно. Возвращаемся на корабль. Собственно говоря, что? Журнал. Значит, настоящая работа. Это пока нет. Люци. А, я же хотел попробовать. Я же хотел. Подожди, где там? 8 горстей частиц морфа он хочет купить. У меня два кредита, лол. Продать. Что я могу продать? Продать весь хлам за 1000. Но, понимаешь. Нет. Делитий, адамантий, металлолом. Нет, нет, нет. Я просто не знаю, в дальнейшем понадобится или нет. Так, ну давай пока на этом остановимся. 260 у нас есть, за 60 мы восстанавливаем. Так, и. Ну, получается так. И полностью восстанавливаем наших персонажей. А сколько времени? А, да, да. Ребят, на этом заканчивается серия по данной игре. Если понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем спасибо, с вами был Шмега. Всем пока!